Ха! Уважаемые коллеги, вы смотрите общественное российское телевидение. Сейчас на все Дмитрия Киселева начнется выпуск новостей без опознавательных знаков. Ну да, это как солдаты, только без опознавательных знаков. Это я просто шутил. Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Дамы и господа, Верховная Рада, добрый вечер. Вы смотрите новости «Городок». В этот раз мы будем обсуждать, сколько Бендер находится в Лондоне. То есть... Наш выпуск, увы, подошел к концу. А сейчас погода. До свидания. Идите нахуй. Monty Python's Flying Circus. Потом оказалось, что дестабилизация ситуации на Украине была вызвана концертом Филиппа Киркорова!